Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию прохождения новой и крутой карты. Знаете то, что я большой профи по нахождению новых и различных карт, но скажу вам честно, это самая странная карта и это самый странный город, который я когда-либо видел. И вы действительно увидите и поймете то, что тут происходит куча странных и даже каких-то наркоманских вещей, но все, ребята, вы это увидите в этой серии. Но перед этим, как обычно, не забываем поставить лайк, ведь если мы наберем 1200 лайков, я даю вам свое слово, то что я сразу же выпущу новое видео с любой рубрикой, которая вам только понравится, потому что я люблю и уважаю своих подписчиков. И если ты хочешь стать моим другом и вступить в нашу большую дружную семью, добро пожаловать, я вас всех приглашаю. Все, что нужно, это просто секунду твоего времени, чтобы нажать на кнопочку подписаться и поставить большой палец вверх, потому что это действительно сможет сделать мне приятно. Но, ребята, не будем затягивать с приветствием. Вы знаете, что делать, лайк и подписка. И мы приступаем к самому видео. Ну что, ребята, это наша комната. То есть мы тут живем, как я понял, мы тут в одиночестве живем. О, одиночки, одиночки. Но все же, ребята, мы проснулись. И сейчас мы выйдем погулять в наш город. Посмотрим, что там творится. Встретим ли мы своих друзей и вообще сможем ли мы... А хотя бы найти какое-то маленькое приключение на сегодняшний день. Мы это все, ребята, сейчас посмотрим. Спускаемся и смотрим, что у нас тут. Нифига себе, у тебя тут книжни. У нас, да, потому что мы тут живем. У нас тут книжные полочки очень крутые. Попим, покушаем. Попьем, точнее, попим. Попим, это что за слово? Но все же, ребят, я не знаю, нужно нам брать эти предметы или нет, но если они у нас валяются дома, то, в принципе, мне кажется, они нужны. Что у нас тут? Ух ты, нифига себе, это у нас задний двор. Ну круто, давайте закроем двери, чтобы никто не зашел. Варюги всякие. И выходим с наш... выходим с нашего дома и смотрим, что у нас тут произошло. Как вы видите, наша жопа нашла сама себе приключение. Поэтому, ребята, читаем, что нам написало. О нет, кто-то взорвал туннель. Это единственный путь с этой долины, с этого города. Потому что, как вы видите, этот город окружены большие горы. И, как я понял, это вот этот тоннель, да, который взорвали. И что мне сейчас делать? Я должен найти какую-то помощь, подмогу. Может, Данкан-кузнец сможет мне помочь? Кузнец? Да, Смит вроде кузнец. Ну, ладно, сейчас будем искать Данкана. Кто это такой? Данкан Херт Смит. То есть Данкан Сердце Кузнец. Здрасте. Hello. Привет. Хай, Данкан. Ты слышал взрыв? Нет. Какой взрыв? Мои уши уже не так хороши, чтобы я что-то и слышал, да? Но что случилось? Кто-то взорвал тоннель, и мы застряли здесь. Мне нужно некоторые инструменты для того, чтобы найти путь с этой долины. Конечно, возьми то, что тебе нужно, и ты найдешь, сможешь найти путь с этой долины. И удачи тебе. Может, мы с тобой еще... Можем, короче, мы с тобой еще когда-нибудь увидимся. Спасибо. Как я понял, это просто маска. Что-то тут не так. Что-то от нас скрываю. Данкан, это у тебя не масочка? Случайно, потому что вижу я тут твой длинный носик. Или это у тебя длинный язык такой? Не знаю. Не знаю. Будем держать это в секрете. Хорошо, Данкан. А, ну, в принципе, что нам нужно? Ух ты, броня, возьмем всю броню, возьмем покушать, но, как я понял, тут кушать не нужно. Ух, выкидываем нафиг этот деревянный меч и берем себе каменный. А, нужна ли нам хоть это и алмазная, но я не знаю. Алмазная мотыга? А, пускай будет. И также возьмем себе железную кирку. Здрасте, выйдем на задний дворик, может тут, а может тут что-то... Нет, это выход. Я думал, может, там какие-то секретики будут. Ладно. А, второй этаж. А что ты тут от нас спрятал, Данкан? Может, какие-то твои штучки-прибаучки? Какие-то игрушки, о которых мы не знали? Глаз паука. Печеньки, ребята, ребята, это вам, вот честно, я не жмот. Я не жмот, поэтому я делюсь с вами всеми. Каждому по одной печеньке.
На кого хватит? Разбирайте, ребята, все для вас. Берите, забирайте, кушайте на здоровье. Ну, одну я себе возьму, потому что, ну, я тоже люблю печеньки, кто же их не любит. Ребята, напишите в комментарии, любите ли вы печеньки. И какие? Я, если честно, шоколадные, мне кажется, больше всего. Ух ты, нифига себе. Не будем тоже очень наглыми, не будем воровать, обворовывать бедного Данкана. А что это у нас тут за фигня? Может, это канализация? Сейчас туда спустимся и пум, сразу в какашки, отходы. Рискуем, рискуем. Ну, сейчас, сейчас прям в какашки упадем, в русский рэп упадем. Но мне как... Фламмер, кто это такой? Кто это сказал? Я сказал, Фламмер — это мое имя. Иди сюда, если ты посмеешь. Где ты? О, это кто тут? Это бомжик. Бомжик или какой-то мутант. Черепашка-ниндзя тут в канализациях живет. Я не вижу смысла брать гнилую плоть. Зачем она нам вообще, вряд ли когда-нибудь пригодится. О, вот ты тут. Ты хочешь со мной поторговать, а? У меня, если честно, нету для этого времени. Кто-то взорвал туннель, и мне нужно... найти выход с этого города. Может, ты сможешь мне помочь или указать какой-то путь? Я сожалею, я живу здесь, под землей, уже 2 года. Ты уверен, то, что ты не хочешь торговать? Чувак, тебе бы наружу там прогуляться, в кино сходить. Может, я не знаю, свежим воздухом подышать. Но ты уже тут 2 года вот этими помоями дышишь. Как-то не очень. Как-то не очень. Ну, давай мы с тобой поторгуемся. Мы ему предлагаем гнилую плоть за золотое яблоко. Может Дейзи сможет тебе помочь. Я слышал то, что Дейзи хранит спрятанные ключи внутри лампы. Это нужно запомнить, потому что это, ребята, подсказочки в этой карте. Только не говорите ей. Она скрывает это как секрет за... закрытыми дверями. Увидим. О, так там же была гнилая плоть. А я еще так сказал. А когда нам пригодится вот эта гнилая плоть? Вот она. Только я не понимаю, зачем нам золотое яблоко, если у нас тут, в принципе, голод не тратится и ничего. Но может, сейчас нас тут какие-то мутанты ожидают где-то тут в пещерах, в канализациях. Ну, как я понял, нам нужно выбираться. В принципе, тут ничего больше нету. Я даже туда пробраться не могу толком. Что тут? Да дай мне пройти, зараза! Нет, там уже, ребята, ничего нету, поэтому идем искать Дейзи. Идем искать Дейзи, мне, если не интересно, кто это вообще. Но на табличках около домов это все написано. Поэтому давайте закроем, чтобы никто не провалился. Мария, нет, это не Мария. То есть не Дейзи. Во-во-во, Дейзи Крамер. А, есть кто дома? Дейзи. Дейзи, ты дома? Ау, Дейзи, привет. Хорошо. А если его нету дома, мне нужно найти ключ от этой запертой двери. Она сказала... Сейчас, этот чувак сказал то, что она прячет... Ребята, вы помните, он сказал то, что она прячет... спрятанные ключи в лампах. Я вижу только тут единственное... Тайничок, мы нашли тайничок. Ребята, вы видите? Офигеть прикол, внутри лампы действительно есть сундук. Или спрятан, офигеть. Ребята, кому не хватило печенюшек? Мы делимся, мы очень добрые. Ребята, забирайте шоколадные печенюшки. И сейчас мы, в принципе, откроем эту... Я точно поставил? Мне точно нужно было эту дверь открыть? Или мне нужно было сюда забраться? Ну, хотя я вижу, там рычаг еще один спрятанный. Ну, вот. Может, нам не туда нужно было? Ладно, заберем печенюшки, потом, ребята, поделимся. А то, может, кто-то сейчас... Это я включил дождь? Потому что какое-то совпадение прям нереальное. Я нажал на рычаг, и сразу же включился дождь. Ладно. Я выключил, чтобы никому на нервы не действовал, и, в принципе, чтобы не лагало. Ух ты, это что за спрятанные? А, вот смотрите, ребята, помните, мы отсюда вышли,
Это задний двор вот того Данкона был. Мы вот отсюда, видите вот эту дверьку? Мы отсюда вышли, и я увидел вот эту фигню, вот эту будку. Что это вообще такое? Это может какая-то секретная лаборатория, может тут какие-то вакцины против зомби-инфекции изготавливать или еще что-то. Фиг его знает. Я тут вижу только одну кнопочку, поэтому нам нужно, наверное, на нее нажимать. Другого варианта у нас нету. Дейзи, ты со мной в игру хочешь поиграть? Не ты ли случаем в пиле снималась? Что это за игрушечки? Welcome! Дейзи мне пишет, добро пожаловать. Я вижу, ты нашел мою комнату пазлов. Ты знаешь, you had the chance to not come. У тебя был шанс не приходить сюда, но... Упс, ты здесь. Дай мне объяснить. Ты должен пройти три комнаты с пазлами. Если ты, конечно, сможешь. Я говорю, это какая-то маньячина нафиг, Дейзи. Живет в городе и даже никто не знает то, что на человек людей на части рубит. Ну что, давайте начинать. Ну ладно. Каждый уровень объяснен на табличках, да? То есть вот тут таблички. Удачи и, в принципе, повеселись. Ха-ха-ха, да, повеселимся. Ладно, ребята, давайте будем читать, что тут написано. Два рычага, которые тебе нужны, чтобы пройти этот уровень. Когда ты найдешь два рычага, поставь их на вот эти лампы, и ты пройдешь этот уровень. Это стандарт. Ребята, вы видите то, что я нашел два рычага у себя на башке? Это стандартный прием всех пазл-карт. То есть, если тут ничего в комнате нету, потому что я сразу заметил, что тут ничего нету. Если тут ничего нету, значит, у тебя на башке рычаги. Это запомните, ребята. Это вам действительно дельный совет для того, если вы, конечно, будете проходить пазл-карты. Потому что создатели пазл-карт любят прятать рычаги у вас на башке. Поэтому повнимательней. Нажимаем и нажимаем. Да, вот, двери открылись, и мы проходим на второй уровень. Так. Ух. Включи громкость на максимум. Ну, у меня, в принципе, не на максимум. Пускай и так будет. И скопируй все звуки Энсезис и скажи этому уровню пока, прощай. Нажми на кнопочки Fast After Each Other. Нажми на кнопочки быстро ну, в смысле, друг... После другой после другой. Короче, идите кнопочки в жопу, а. Только я не понимаю, что нам нужно делать. 3, 2, 1. Может, противоположно как-то? Что-то там открывается. Только я не понимаю. Скопируй звук. Сейчас. Сейчас. Что-то там открывается. Такая комбинация нет. Давайте вот попробуем все комбинации. Давайте так, так, так. Давайте так, так, так. Я вообще нифига не понял, что нам тут нужно. Какие нахрен звуки скопировать? Зачем тут эта сторона? Зачем тут эта сторона? Я просто рандомно нажал, и как видите, мы прошли уровень. Круто. Дальше. Этот уровень последний. Короче, ничего сложного. Давай. Ух. Лук. Нужно нам где-то будет стрелять во что-то. Я тут вижу только одну кнопочку. Сейчас, еще раз. Так, то есть, как я понял, нам нужно нажать на кнопочку. Нет, ребята, не стрельнуть, потому что это... Давайте еще раз посмотрим. Да, это каменная кнопка. Это каменная кнопка, как вы знаете, по каменной кнопке с лука нельзя стрелять. То есть, кнопка не нажимается. Кнопка не нажимается. Только деревянную, поэтому... Так, давайте еще раз, чтобы я не стрелял. Давайте вот так. Ага, то есть нам нужно на эту нажать. Ух ты, нифига себе, это у нас тут будут. А вот там уже деревянная. А вот там уже деревянная. Твою мать. Это будет... Ух ты, мне кажется, я тут на этом последнем уровне
Я не нажал вашу заразу. Давай, давай, давай. Ща мы разберемся с тобой, Дейзи. Или как там? Я не нажал. Да вашу фуражку. Да! Попал! Наконец-то, Дейзи! Мы тебя вздрючили по полной программе. Какие-то у тебя уровни... А, ни хрена, меня куда-то ты пихнула? А-а-а! Смотрите, где мы появились! Так, там сундучок. Мы появились вот тут, наверху, где я... А, я думал, что я неправильно поставил рычаг, но все же я правильно поставил. Я вернулся в Дейзи дом. В Дейзи дом. В дом Дейзи. Это было странно. Я, наверное, заснул, ну, и мне что-то там снилось. У меня был какой-то сон про пазлы. Ладно, я пойду к Марии. She's always nice. Она всегда отличная, ну, в принципе. Походу, она нам нравится, ребята. Мария. Ух ты, нифига себе. У нас, короче, сегодня будет пир. Печенюшки, тортики, пироги. Ребята, по молочку на ночь. По молочку на ночь и по водичке. Короче, мы сейчас насобираем это все. Знаете что? А давайте мы реально устроим какой-нибудь пир в конце этой серии. Мы будем собирать весь хавчик, который мы только найдем. Я не знаю, стоит ли нам выкидывать. Нет, давайте все же не будем выкидывать этот меч. Может, вдруг еще там что-то будет. Мы будем это все собирать и в конце серии реально устроим. Да вашу нафиг. В конце серии устроим званый ужин нафиг. Ну что, потопали дальше. Я знаю уже, где дом Марии, я уже ее заметил. Вот тут дом Марии. Мария Зифадо Бейкер. Здрасте, Мария. Hello, kid. То есть, привет, ребенок. Сама ты ребенок. Чем я могу тебе помочь? Кто-то взорвал туннель. Мы... Это не я, не смотрите, я не убийца, ребята. Она сама умерла, честно. Я говорю то, что это какой-то нафиг странный город. Это люди идут по лестнице и умирают от того, что мизинцем ударились. Вы понимаете, да? Вы знаете это ощущение. Но давайте еще раз прочитаем. Чем я могу тебе помочь? Кто-то в принципе, с духом, наверное, сейчас будем разговаривать, потому что Мария уже умерла. Кто-то взорвал туннели, мне нужно найти выход отсюда, ты сможешь мне помочь? Конечно, следуй за мной. Я оставила книжку внутри моего сундука. Возьми ее с собой и слушай все ее советы, то есть все пункты, и ты сможешь спасти наш город. Только ты, конечно, не дошла туда и не показала, где действительно твоя книжка находится. Споткнулась и упала, и умерла, наверное. Ща мы нажрёмся! Тортики. Ребята, я сказал то, что я буду это все собирать. И в конце серии мы прям и напьемся. О, нифига себе. А это нам зачем? Ну ладно. И напьемся, и наедимся. Ух, у нас пир будет. Ну ладно, следуем наверх. Круто. Сундучок, еще сундучок. Книжечка. Вот, это наша книжечка. Возьмем. Нифига себе классная кровать. Включим свет. Тут у нас ничего нету. В принципе, все, мы, наверное, сейчас прочитаем книжку. Взять меч. Меч у нас есть. Вот он. Первый пункт мы уже выполнили. Найти уровень, спрятанный в доме Дуна. Дунс Хаус. Ладно, на третьем. Найти самый большой дом в городе и найти алмазный блок. Разместить рычаг со второго пункта на алмазном блоке с третьего пункта. Найти секретную комнату, которая откроет секретные гаджеты, то есть секретные... Прибамбасы, приблуды какие-то, секретную комнату с какими-то секретными гаджетами, как я понял. И найти... Ага, взять кирку и сбежать с этого города. Ну ладно, давайте. Сначала куда нам нужно? Меч у нас есть, найти рычаг, который спрятан в мистер Дунс Хаус, то есть в доме мистера Дуна. Да твою мать, вот. Дейзи, вот. Мистер... Нет, инженер... Джо... Нет, мне кажется, вот тут все же.
Да, Дун, я что-то как-то... Нифига себе, мне тут рычаг нужно найти в этих всех сундуках. А плита не сможет заменить рычаг? Ну, если нет, значит нет. Ух ты, нифига себе, нам нужно железо брать. То есть, я, как я вижу, тут вообще итемы не нужны в этой карте. Нифига себе. Так, что бы можно выкинуть? Давайте один выкинем, еще один выкинем, возьмем на всякий случай. Я не знаю, честно. Кнопочки. А кнопочка не может заменить рычаг. В принципе, ну ладно, давайте не будем нарушать правила. Если нам сказали найти рычаг, значит будем искать рычаг. Классный дворик, движемся. Да. Это, как я понял, у него склад. Офигеть. И нам тут нужно... Нихрен... Нифига себе. Звезда ада. Что это? Что только... Чего только у этого чувака нету. Нам реально тут нужно будет искать сейчас... Сейчас рычаг, да вы издеваетесь. Вы издеваетесь. Прям самое лучшее место, чтобы разместить кровать, ребята, согласитесь. Нифига себе. Самое лучшее место. Ничего, ничего, ничего. Оу, нашли, нашли. Стрела. Давайте выкинем водичку. Водичку мы выкинем. Да нет, не на землю, а давайте вот сюда. Вот, замечательно. И спускаемся, в принципе, тут больше ничего нету. И сейчас нам куда нужно? Пойти в майор хаус. Ну, в смысле, не самый большой дом, а в дом майор. Или, ну фиг, да твою нафиг. Вот это, да? Да. Круто. Окей, я должен найти кирку и лопату. И тогда я смогу проложить мой путь через туннель. Ну, алмаз... Так, сейчас. Алмазный блок я вижу. Тут у нас будет что-то наверху. Мне нужно найти кирку и лопату. Ладно, сейчас посмотрим. Так, ребята, что будем выкидывать? Что будем выкидывать и что будем брать? Давайте вот это выкинем, возьмем супчик. И вот это давайте возьмем. А я могу крафтить что-то? Или, в принципе, это, наверное, запрещено в правилах, поэтому я ничего не буду делать. Мне нужно просто рычаг. Вот так. Потому что, как видите, ребята, я ничего не могу ломать. Вот. Ну, за исключением картин. Я, в принципе, ничего не могу ломать, потому что это, ну, карта продуманная, как видите. Даже факелы я не могу ломать, поэтому... О, мы нашли. Мы нашли самую лучшую кирку в этом странном городе. Она может ломать... Камень, ну, стол. Вот видите, то есть это специальная кирка, которая может все ломать. Ну, в принципе, все. То есть мы нашли кирку, и сейчас мы можем убегать через этот туннель. То есть валим нафиг с этого чокнутого города. И я, если честно, больше не хочу тут находиться. Ага, каблстон я не могу ломать. Так, давайте. И это я не могу ломать. Значит, мы сюда пойдем. Сейчас сюда пойдем. Сюда. Давай, давай. Да, мы сбежали. Да, я наконец-то это сделал. Так, что происходит? Долина, все, мы прошли карту. И конец, спасибо за игру. А что произошло? То есть нас просто взяла и обратно тпхнула в наш дом. Нет, мы никогда не выберемся с этого чокнутого города. И все, в принципе, темно за окном. Темно. У нас нету никаких инструментов. О, но зато у нас остался тыквенный пирог. Поэтому, ребята, мы будем на этом заканчивать. Большой палец вверх не забудьте поставить, если вам понравилась карта. Если вы, в принципе, хотите больше видео со мной, ребята. Да, если вы хотите больше времени проводить со мной, то не забудь поставить лайк. Потому что если ты это сделаешь, то ты ускоришь выход новой серии. Не забываем, как только мы наберем 1200 лайков, я сразу же выпущу новую серию. Неважно какую рубрику, только я выпущу для того, чтобы порадовать вас, ребята, своих подписчиков. Поэтому порадуйте также меня, поставь лайк, я действительно скажу вам большое спасибо, и я буду вам также очень сильно благодарен. Каждого из вас, кто еще не подписан на меня, я приглашаю вступить в нашу большую и дружную семью подписчиков. Да, все, что нужно, это просто подписаться на мой канал, кнопочка есть вот там в уголку, кнопочка есть под видео, красненькая, с надписью подписка, нажимай и становись моим другом, потому что каждый подписчик для меня как друг. Ребята, к сожалению, сегодня мы будем прощаться в этом видео, но не расстраиваемся, мы встретимся в следующем видео, и когда оно выйдет,
Да, вы правильно поняли, это зависит только от вас. Ребята, я еще раз хочу вам сказать большое спасибо, кто досмотрел видео до конца и не выключил его на самом начале, тому двойное спасибо, я жму твою руку, или если ты девушка, то муси-пуси, ну, щечку, ладно, ну, или просто руку, да, да, по-дружески. Поэтому, ребята, еще раз скажу всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.